Друзья, готовлю овощную рагу из свежих овощей. Овощи я вырезала с вами достаточно часто. Здесь у меня лук порезанный мелкий, соломочкой, морковочка и кабачок, натертый на мелкой терочке. Добавила растительное масло, добавила приправу для жарки овощей. Мою овощную рагу готовить на сковородке на медленном огне. Вот такой вот у меня сегодня ужин. Гарнир будет у меня отварная картошечка. Картошечку почистю, помою, посыплю укропом, полью растительным маслом. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.